Обработал. Входит в штрафную, смещается в центр. И пока неудобно ему бить. Удар! И 1-1! Вот это Комков! Вот это Галешник! Сейчас в исполнении 10-го номера Енисея. Михаил Комков, ну просто великолепно сыграл. Очень классный эпизод. Здорово сместился в центр. Сранов. Заброс в штрафную. На выходе ошибается Арапов. Удар через себя и гол! И 2-1 Алания на 22-й минуте. Выходит вперед впервые в этой встрече. И это третий красивый мяч из трех в нашем матче. Божественная игра! Божественная игра! И в список лучших голов этого тура можно, безусловно, включать все мячи, которые забиты в первом тайме встречи Том Алания. А ворота там пустые. Климович, обратите внимание, особо не торопится. И бить здесь. Удар. Нет, даже это перевод. И какой гол! Какая красота, вкуснятина! 2-0. Шикарный гол нефтехимика в концовке матча. Данила Емельянов забивает. Муа просто не гол. Это конфета какая-то. 2-0. Нефтехимик одерживает победу. Здесь вместе с финальным свистком забивает. Артем Самсонов играет, но все-таки получают мяч футболисты Велеса. Глоян ударе! 1-1! Красота какая! Артур Глоян! Сегодня что ни гол, то праздник из-за пределов штрафной. Также Артур Глоян отличается, как несколькими минутами ранее Мухаммад Султонов, капитан команды, 22 года. Артур Глоян инстал и... Казаев не преуспел. Вот теперь потеря. Это Мещанинов прочитал. Выходит на ударную позицию. И справа решил пробить и забивает мяч. Артем Мещанинов. Этот мяч. Ну и с метров, я вам скажу, 30 с правой ноги. Никто его не встречал. Приложился. И было такое чувство, что может получиться, что и произошло. Хоть и было далеко до ворот, но Денис Садовский свою команду выручить не смог. И в дальний угол мяч в притирку со штангой Мещанинов вогнал. И это центральный защитник Калининградской Балтики. Вот так. Итак, все готово к стандарту, к пуантах. Балерины встали, игроки Краснодара в стенке, но это не помогает, потому что прямым ударом Николай Гергобиани открывает счет в этом матче. Забивает 6-й гол, догоняет Курцыева и Машукова.